Всем привет, ребята, и добро пожаловать на мой канал. И в этом видео мы будем с вами делать вновь мне новый педикюр. Если вы помните, то свой последний педикюр я делала примерно 9 месяцев назад. Прошло уже очень много времени, и тем более скоро у меня будет день рождения. Я решила уже сейчас сделать себе педикюр, и давайте поскорее приступать. Хочу искренне порекомендовать канал Ульяны. Честно вам признаюсь, мне очень нравится ее монтаж. На ее канале вы найдете разнообразные ролики, такие как распаковки шин, прохождение игр, различные эксперименты, еще многое-многое другое. Подписывайтесь, ссылка в описании. Ну а мы наконец-то приступаем к моему педикюру. Как вы можете заметить, ножки у меня не в самом лучшем состоянии. Неровная форма, налипшая кутикула, куча птерики. В общем-то, работы не так уж и мало, поэтому педикюр мне очень нужен. Первым делом я начинаю делать аппаратный педикюр. Пытаюсь очистить боковые валики, также немножко зачистить кутикулу. Но если бы вы только представили, в какой позе я стояла. На самом деле ногу мне приходилось ставить аж на стол, чтобы вам это все показать, поэтому было безумно неудобно. После того, как я закончила с фрезой, я сразу начинаю подпиливать ноготь. Немножечко убрала длину, опилила ногтевую пластину. И вот тут начинается самая-самая жесть. Сама того не заметила, я захватила с ножницами слишком много кожи и очень резко отрезала. Из-за того, что камера перекрывала мне весь обзор, я этого не заметила, просто искромсала себе кутикулу. Было очень-очень неприятно и больно. Ну, я решила, так скажем, не унывать, я обработала ранку и приступаю теперь к покрытию. Я нанесла базу от Уна, как всегда. После того, как ее просушила, я наношу цветной гель-лак от Адрикако. Если вы помните, с помощью него я как-то себе делала уже маникюр. Я его покрываю в 2 слоя. А затем в конце завершаю все глянцевым топом. Дизайн я решила не делать. Немножко дав отдохнуть своему большому пальчику, своей бедной кутикуле, я все-таки делаю тоже на нем покрытие. Сначала я его обезжирила, затем нанесла бескислотный праймер и теперь наношу базу, все так же от Уна Стронг. Нанесла я ее не в очень толстый слой и просушила в лампе примерно 1 минуту. А теперь все то же самое покрываю тем же гель-лаком. Помогаю себе и оттягиваю большим пальцем боковой валик, чтобы там было удобнее прокрасить. Ну и вот такой в целом у меня получился педикюр. На большом пальце я решила все-таки написать цифру 16, так как мне исполнится 16 лет, а все остальные ногти сделала однотонными. На этом было все. Я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео. Если это так, то поставь свой пальчик вверх и подпишись на мой канал, мне будет очень приятно. Я знаю, что педикюр получился не самым аккуратным, но думаю, вы сами понимаете, что самой себе очень тяжело делать в неудобных позах педикюр. Думаю, вблизи его точно никто не будет рассматривать, так что меня все устраивает. А с вами была ваша Антоняшка, и всем пока-пока!